Глава округа Андрей Булгаков вручил гранты лучшим щелковским педагогам. Церемония награждения финалистов конкурса профессионального мастерства «Педагог года» состоялась в Щелковском лицее номер 7. Я хотел бы всех участников этого проекта поздравить, победителей в особенности, и пожелать, чтобы дальше была мотивация и желание делать интересные проекты. Грант был учрежден в 2020 году с целью поощрения педагогов и для их мотивации. В 2022 количество грантов увеличили. Их стали вручать не только учителям, но и ученикам. За все время денежное поощрение уже получили 74 учителя и 97 учеников. Андрей Булгаков отметил, что сфера образования постоянно пополняется новыми кадрами, а педагоги проявляют заинтересованность в жизни не только своих учебных заведений, но и округа.